Вместо биелокоченной капусты использую для приготовления блюда красную, она выглядит более аппетитно. А яркие краски поднимают настроение. Расскажу, как приготовить диетическую тушеную капусту. Чтобы блюдо было более насыщенное по вкусу и интересное, добавляю кисло-сладкие яблоки и бекон, совсем немного. Такое блюдо можно хранить в холодильнике несколько дней. При тушении капуста не меняет свой цвет. Такое блюдо можно подать на праздничный стол, уверен, что оно найдет своих ценителей. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Глубокую кастрюлю ставлю на огонь, наливаю оливковое масло, выкладываю нарезанный бекон, добавляю семена фенхеля, перемешиваю и обжариваю до золотого цвета. 2. Тем временем очищаю и нарезаю полукольцами лук, отправляю его в кастрюлю, накрываю крышкой и готовлю до мягкости. 3. Мою и разрезаю яблоки, вычищаю семена и срезаю кожуру, нарезаю яблоки кубиками и кладу в кастрюлю, нарезаю крупнокрасную капусту и добавляю к остальным ингредиентам. 4. Перемешиваю, солю немного и перчу, наливаю бальзамический уксус, перемешиваю деревянной лопаткой и накрываю крышкой, готовлю на слабом огне около 60 минут, время от времени перемешиваю. Жду ваших лайков и комментариев. 5. В самом конце кладу маленький кусочек сливочного масла. 6. Подаю блюдо к столу остывшим, мне так больше нравится. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Такие продукты будут нужны. Бекон, 2 ломтика. Оливковое масло, 2 столовые ложки. Фенхель, 1 чайная ложка. Лук, 2-3 штук. Яблоки, 2 штуки. Красная капуста, 1 штука. Кочан. Бальзамический уксус, 150 мл. Соль, перец, по вкусу. Сливочное масло, 20 грамм. Количество порций, 6. Комментируйте, подписывайтесь, лайкайте. Подписка – гарантия того, что не пропустите свежие вкусняшки. Пока-пока.